Привет! С вами Мастер Шоу, и это самые опасные дороги в мире. Дорога, благодаря ей мы быстро можем добраться до нужного места, особо не задумываясь о препятствиях. Но нужно 100 раз подумать, прежде чем ездить по таким местам. Атлантическая дорога в Норвегии соединяет небольшие прибрежные поселения. Трасса в основном предназначена специально для туристов, ведь пейзажи здесь великолепные. Но не стоит засматриваться на красоту, нередко происходят случаи, когда волны окутывают дорогу и сносят автомобили. Прежде всего, трасса Dalton Highway является самой изолированной в мире, абсолютно никакой цивилизации. Протяженность шоссе составляет 666 километров, и на всем этом промежутке встречается всего 3 маленьких поселка. Эта дорога имеет статус самой заснеженной в мире, на ней водитель в считанные секунды может потерять контроль над автомобилем и перевернуться. Мост Эшима-Ахаси соединяет 2 японских города. Его протяженность составляет почти 2 километра. Если посмотреть на него издали, то кажется, что идея заехать туда просто сумасшествие. Однако такая высота нужна для того, чтобы под мост могли проходить корабли. Гималайская дорога находится высоко в горах и крайне опасна. Эта дорога раньше была единственным путем добраться с одного государства в другое, поэтому она пользовалась большим спросом. Сейчас, конечно, есть другой путь, совершенно безопасный, но те, кто любит приключения, ездят на мотоциклах, велосипедах и джипах именно через эти тропы, которые не только узкие, но и опасны постоянными оползнями во время дождя. Тропинка троллей соединяет 2 города в Норвегии. Зимой и весной она закрыта из-за сильных снегопадов, но летом это очень популярный туристический маршрут. Дорога имеет опасные наклоны и 11 крутых поворотов. Именно здесь снимали множество крутых фильмов. Друзья, вы посмотрели 5 самых опасных дорог. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Спасибо!